Минприроды России увеличила штрафы за браконьерство. Накануне вступил в силу приказ Минприроды России о внесении изменений к методике исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Речь идет о существенном увеличении таксы для исчисления вреда, нанесенного природе незаконной охотой. Так, с 40 до 80 тысяч рублей вырос штраф за незаконно добытого лося, с 20 до 40 тысяч – косули. Соболь для браконьеров подорожал втрое, с 5 до 15 тысяч рублей. Андатра в пятеро, со 100 до 500 рублей. За незаконную добычу охотничьих ресурсов в особо охраняемых природных территориях наказание браконьерам будет еще жестче. Сумма исчисления будет умножаться на 5 за самца и за самку на 7. К примеру, за убитого самца лося стрелку придется заплатить государству 400 тысяч рублей, а если окажется самкой, 560 тысяч рублей за косулю. От 200 до 280 тысяч рублей в соответствии с полом. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 2 копейки, евро 71 рубль 25 копеек.